Всем привет! Меня зовут Алена, и вы на канале Каракуль Стич. 9 утра, мы пришли на океан, и посмотрите, как океан далеко ушел. Отлив большой, и мы идем на другой пляж, потому что нам не очень нравится, когда такой большой отлив, купаться конкретно на этом пляже, потому что чуть дальше в океан там камни, и мы идем в другое место, где более глубоко. Так что сейчас вам переверну, покажу. Если у меня будет возможность, то я посижу, отвечу на один тег, а вы полюбуетесь океаном. Смотрите, как далеко ушел океан. Вот там, где я сейчас иду, обычно океан. Смотрите, вот вы помните наш пляж, и всегда вода около вот этих камней. А сейчас посмотрите, как далеко ушло. Солнышко сегодня, хорошая погода, и людей еще не так много. Вот тут купаются, но все равно не так много людей. Я люблю так рано приходить на пляж, чтобы уже в 11-12 уйти. А то можно еще и обгореть, кстати. Мне кажется, что океан сейчас поднимается, и судя по волнам, видите, какие волны достаточно большие идут, значит, океан поднимается. Хотела вам ответить на вопросы тега, но, наверное, нет, все-таки не получится у меня ответить, потому что очень шумно, ветер заглушает, и тяжело будет слушать. Так что на тег я отвечу в другой раз. Я уже поплавала, вода теплейшая. Но пусть это будет такой маленький мини-блог. Просто вам немножко тепла, солнышко и шума волн добавлю для хорошего настроения. Какая красота! Волны большие, океан поднимается. Вы помните, когда я вам показывала вот этот мыс? Сейчас я приближу камеру. Он же всегда под водой. А сейчас, смотрите, там даже фор-виллер. Видите, люди ходят. И, кстати, вот люди собирают там эти ракушки. Как они? Моллюски. Моллюски, да? Видите? И целая куча людей. Потому что вот с пакетиками, потому что море уходит. Вот, видите, копаются, собирают. Приезжают на машинах, когда такой отлив. Собирают эти ракушки, моллюски, кушают. Это все под водой было. Вы видите, а сейчас вот все ходят в камнях, собирают. Это, конечно, не на продажу, это для еды, полакомиться. Ой, рука дергается, полакомиться дома. Сильные волны так купаться. Невысокие, но все равно классные. Какая волна идет. Обалдеть. У меня вон ребенок плещется в волнах. Ну, для детей, конечно, чем больше волны, тем интереснее. А мне даже так страшновато. Смотрите, как переливаются перламутровые ракушки. Как всегда, волна, волна, волна. Смотрите, как все сияет. Вы видите? Красота. Мне очень нравится здесь песок черный с серебром. И все ракушки, вот так вот, когда смотришь, солнце падает, очень красиво. Прямо такая красота, все блестит, как какие-то драгоценные камни.
было в сказке, помните, и 30 витязей прекрасных из... Господи, вот не помню. Хотела сказать и забыла, девочки. Мальчики, девочки. Я снимаю очень далеко. Вдалеке, вот, не знаю, видно, не видно. Мне просто напротив солнца снимаю, и я не вижу. Здесь целая куча пеликанов. И они ловят рыбу, то есть видно с этими волнами, волнами большими, господи, видите, заговариваюсь, представляете, вообще уже забыла русский язык. Волны большие, наверное, сардина наверх, наверху, и пеликаны вот ловят, и ловят, и ловят, едят. Такие вот, вот они летают. Прямо много пеликанов. Жалко, что очень далеко не видно. Но если прилетят, подлетят поближе, то я вам покажу поближе. Смотрите, как бурлит океан, какие волны большие. Конечно, камера не передает, но волны выше человеческого роста. Ну, метра по два, наверное. И все такое в пене, все бурлит. Дети, конечно, радуются, но вообще чувствуется мощь океана. Все-таки с океаном шутки плохи. Надо очень внимательно, с уважением относиться ко всему такому. И главное, там далеко-далеко тоже, вот там вдали, не знаю, когда-нибудь я, может быть, дойду туда, там река, которая впадает в море. Ой, что-то резкости нету совсем. Ну, на этом заканчиваю свой коротенький бложик. Спасибо, что меня досмотрели до конца. И как всегда, кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока-пока! Чао!